Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас будет с вами тест-драйв новой маски от компании Oriflame с органическим овсом и ягодами годжи. Почему пришло время пользоваться этой маской? Вчера я загорала, и коже прям вот требуется питание, потому что солнечные лучи, они далеко не полезны для нашей кожи, поэтому всегда загорайте солнцезащитными средствами, а после того, как позагорали, напитывайте кожу, тело лосьонами, на коже лица делайте маски. И я сегодня попробую вот эту вот шикарную питательную маску. Но первое, что я рассматриваю всегда, это дизайн. И мне он очень нравится. Такая красивая ботаника на нем отображена. Розовый флакончик, такой прям девочкин-девочкин. Аромат. Очень вкусный. Я раньше тестировала эту маску на аромат. И мне понравилось. Следующий шаг, который мы делаем всегда перед нанесением маски, нужно очистить кожу. И я уже сделала очищение специальным гель-тоником Novage от Oriflame средства. И теперь могу спокойно наносить маску. Как я это делаю? Можно маску наносить кистью специальной, но я буду наносить просто пальцем. Беру по небольшому количеству маски и наношу сверху вниз. Лоб. Надо было челку подзаколоть, но я вот так нанесу. Аккуратно распределяю по массажным линиям. То есть все движения у нас должны быть правильные, чтобы не растягивать кожу. От центра лба мы двигаемся в сторону. Наношу на нос аккуратно. И слой делаю маски, ну, такой не эконом режим, а достаточно толстенький, чтобы его было прям видно. Чтобы маска напитала кожу, разгладила ее. Как она вкусно пахнет! Ах! Если вы видите, я ее не размазываю, а накладываю. Шаг за шагом. Тоже от крыла носа я двигаюсь в сторону висков. Обхожу зону вокруг глаз. Большие вот такие вот очки вокруг глаз мы оставляем. Эту зону мы не трогаем, потому что здесь у нас кожа совершенно другая, чем на коже всего лица. Поэтому за ней нужен отдельный уход. Специальные средства, где написано, что их можно использовать для кожи вокруг глаз или на веках. Так, нанесла. То есть, видите, от центра я двигаюсь все время в сторону. Кстати, можно не наносить на вторую половинку лица, чтобы вы посмотрели, какой будет результат. Я, наверное, так и сделаю, чтобы... Вот на лоб, правда, уже нанесла. Мы посмотрим, какая кожа останется с этой стороны и какая она останется с той стороны, где я нанесла маску. Классная идея. Видите, какой экспромт? Наношу на шею. Потому что шея тоже сохнет. Кстати, шея и руки в первую очередь выдают наш возраст. К сожалению, так уж есть. Тоже наполовинку буду наносить шею. Смотрите, как работаем шеей. Вот передняя часть, мы двигаемся снизу вверх. Потом накладываем сюда и по боковой сверху вниз. То есть у нас так работает лимфооток, и мы помогаем крови быстрее двигаться и очищаться. Ну, это особенно, когда кремы, если тоники используете, так нужно делать. Конечно, мне потом придется сделать маску на вторую половинку, но ради вас я готова потратить больше времени, чтобы эксперимент был более наглядный. То есть вот у нас, вот тут надо стереть, кстати, тоже тогда с носа, с половинки. Вот сюда ее перенесу. Видите, у меня кожа чуть-чуть подрумянилась, но не сгорела, потому что я загорала солнцезащитным средством. Все хорошо. И вот сюда немножко над губой. Маска питательная, поэтому ее нужно наносить и на шею, вот на зону подбородка, на грудь. В принципе, да, вот на всю эту зону можно носить маску совершенно спокойно. Проверяем. Вот тут еще чуть-чуть. И на 10 минут можно с этой масочкой отдохнуть, полежать, послушать музыку. А с этой маской можно разговаривать, потому что она не высохнет. Как маска, например, с чайным деревом или маски спа, которые содержат глины, они схватываются, высыхают прям намертво, и уже ничего с ними сделать нельзя. Если мы с той маской будем гримасничать, то у нас будут закладываться новые морщины.
Нам это не нужно, поэтому... А вот с этой маской можно болтать по телефону, только вы его испачкаете, конечно. Просто разговаривать, да, даже попить чай с чем-то вкусненьким. То есть это не запрещается. Первое ощущение. У меня от этой маски идет холодок по лицу. Легкий-легкий, то есть я прям вот чувствую, на этой стороне нет маски, поэтому мне легко сравнивать ощущения. Даже вот я, наверное, еще рукой, когда двигаю, маска влажная, из-за этого, может быть, еще холодок идет. Ощущение очень приятное. Ничего такого особенного нет, обычная маска. Ну и, в принципе, ничего не должно происходить. Все, через 10 минут встречаемся здесь. GoPro, стоп-видео. Итак, прошло ровно 10 минут. Это время, сколько я просидела с маской, с органическим овсом и ягодами годжи. Итак, мои ощущения, у меня очень сильно, прям, ну не прям очень сильно, но я прям чувствую жжение на лице. И я даже переживала немножечко, как бы не было чего такого нехорошего. Но как я вижу в зеркало, даже через маску все нормально. То есть лицо не красное, но прям ощущение жжения, как будто у меня там такая движуха, я не знаю, может быть усиливается кровообращение. Ну, маска работает однозначно. Самое главное, не нужно никогда пугаться. Но если ощущение очень неприятное, и вы видите, что лицо, может быть, там начинает краснеть, еще какие-то неприятные штуки, то лучше сразу смойте продукт и не пользуйтесь или тестируйте на локтевом сгибе, вот здесь кожа похожа, или вот тут замочкой уха, чтобы было не видно на лице, потому что если лицо... будет такое красное, то будет некомфортно выходить на улицу. Как я буду снимать маску? Я использую такую желтую губку специальную. Она сейчас сухая, и, как видите, она прям вот жесткая, ее можно сломать. Эта губка тоже продается в каталогах Oriflame. Она недорогая, но очень удобная. Я ее использую как раз вот для масок. Особенно, когда маски жесткие, с глиной, спа или маска с чайным деревом, они очень плохо смываются, а этой губочкой снимаются идеально. То есть я ее намочила, и она расправилась, и стала вот такая вот мягкая, желтенькая, классная губочка. И ей очень удобно снимать маски. Аккуратненько, особенно сухие, их легко размягчить. Какая у меня кожица румяшечка стала. Ух ты! Ну, однозначно, даже я просто сняла сейчас один слой маски, еще даже не смыла. Я уже вижу, какая у меня чистенькая румяная личика, кожица. Чистая румяная кожица, мягенькая. И у меня тут даже пор не видно, а здесь на этой стороне поры прям вот просвечивают. Хотя вроде бы маска питательная, а поры все равно очищаются, потому что размягчается верхний слой кожи. И я его просто снимаю вместе с маской. Особенно вот этой губкой. Очень удобно. Так. И также маску снимаем вверх, вниз. Губку постоянно промываю. И опять ей работаю. Оп, все. И чуть-чуть ополосну лицо водичкой просто. Потому что руками лучше всего чувствуется, где осталась, может быть, маска. Все равно окончательно водичкой мы ее смываем и промакиваем. Так, вот теперь можно сравнить уже окончательно. Ну, как я и говорила, лицо более свежее, чистенькое, кожа мягкая-мягкая прям. Ну и никаких пятен, ничего у меня нет, хотя такое ощущение жжения было приличное. Хотя у меня кожа не аллергенная, у меня аллергия, в принципе, это, ну, не про меня, очень редко. У меня, по-моему, 2 раза в жизни всего была аллергия, но так как я быстро все смывала, я не видела жестоких последствий. Да, классная маска, очень приятная. Хорошая, питательная, она нам нужна круглый год, потому что коже не хватает влаги. Иногда мы видим, вот на коже такая сухость, как будто прям вот видно, что коже не хватает воды, питания. И хочется вот прям сказать: девочки, ну сделайте маску, ну ухаживайте за лицом, чтобы вот разгладить все вот эти вот морщинки, помочь коже справляться
с негативными влияниями внешней среды, с тем, что не хватает клеткам питания. Помогайте, делайте маски. Это так просто и так доступно. Сейчас в каталогах эта маска идет с огромной скидкой, ее всегда можно приобрести. И хватит надолго, большой объем, 75 мл. Делайте хоть каждый день, вреда точно никакого не будет. Ой, как приятно. И вот ощущение холодка у меня до сих пор сохраняется на этой стороне. Что я сейчас делаю? Я доделаю маску на этой стороне, чтобы выровнять кожу. И после этого нанесу сыворотку, дневной крем, крем для глаз. После того, как все впитается, я сделаю макияж. Все, и чистенькая, красивая кожа, можно выходить на улицу и балдеть от лета, от приятной солнечной погоды, от своей классной красоты. Спасибо за внимание. Если видео полезное, с вас лайк. Подписывайтесь на канал. А если хотите оформить скидку на весь ассортимент продукции от компании Oriflame, пишите мне или заполняйте анкету, она прямо под видео. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп-видео.